А давайте ще раз будинку, бо зараз приїхали. Я тебе там прийшов, що Я уже слышу, что говорят, места нету. И, короче, получилось так, что вот если вертолет стоит вот так вот, всех положили параллельно. А меня положили вот так. Действия ПВО противника, и поэтому нужно было показать этим примером о том, что такие рейсы возможны. Тем ребятам, которые летали потом, тем пилотам, которые осуществляли рейсы потом, очень было важно продемонстрировать и показать, что это возможно, что это не фантастика. Мы принимали участие в разных рейсах этого парня, я узнал вот сейчас по фотографии.